Приветствую вас, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Олена Болдрон USA. И хочу вам показать новогоднюю. И у Богдана, моего сына, будет день рождения. Немножко кое-чего купила для него и по своему бизнесу. И вкусняшки. Вот, это все на $73. Это магазин Dollar Store. И все по $1, как фикс прайс. Все быстренько побежала, кучу всего накидала. Что накидала? Видите, вот такие вот шарики. У него через 4 дня будет день рождения. Так. 19 декабря у него день рождения. Как раз на Николая. Все думали, что будет Николай. Родители сели, выпивали за Николая, что родился внук Николая. Я говорю, а кто вам сказал, что это Николай? Ну, надо, может быть, и было назвать в честь моего дедушки. Дедушка у меня Коля. Можно было и назвать. Но всегда хотела Богдана. У него два имени — Мэтью и Богдан. Мы называем его Богданом. В школе он Мэтью. Ну все, хватит мне болтать, буду вам показывать. За $73 это даже неплохо все. Не знаю, с какого края начать. Это комод, чистящие, моющие. Вот. Тарелочки, не знаю сколько, 10 штук, наверное, пластиковые. Доллар, скатерть, потом это бумага упаковочная и миллион разной такой тоже бумаги, но она разная, видите, с сердечками. Это будет уже скоро день Святого Валентина. Пускай будет. Это все по бизнесу. Это, может, Богдану как раз подарок умотаю. Это уже тоже по бизнесу. Это новогодняя тематика. Ну, пускай, если даже они останутся у меня, на следующий год пойдут. Так. Потом кулечки. Днем рождения у соседки тоже. У соседки 18-го, а у Богдана 19-го. Тоже собачки всякие на Новый год тоже кулечки взяла. Такие большие даже кулечки взяла. Это туда Богдану хочу подарок в этот кулек засунуть. И такие вот красивые подарочки. Можно положить в такие вот кулечки. Они немножко разные. Красиво. А, это Богдану такая штучка на стол с днем рождения. Упс, что-то свалилось. Сейчас подниму. Кулечек свалится. Это все по бизнесу пошло уже. Мне всегда нужно и для упаковки, и все нужно такое детское. Вот слюнячки такие вот. Это мячики для собачки. Лампочки и расчесочки. С принцессами раньше было, сейчас уже нет принцесс. Открыточка. Ну, чтоб была, или вот на день рождения, я вообще уже купила, но еще будет одна. Богдану. Конфеты, жвачки. Потом такие вот конфетки. Печеньки. Палочки соленые. Я не любитель соленых палочек, но Богдан любит. Я сладкие люблю больше. Эти маслины. А, кстати, американцы оливс
как маслины, оливки, называют и зеленые, и черные. А мы маслины темные, оливки зеленые. Огурчики всякие. Вот это очень вкусное. Ну, такой вид именно. Bread, butter, chips. Это итальянский дрессинг. Соус. Такой. Мы любим вымачивать мясо, когда вот делаем барбекю. Очень вкусное мясо получается с этим соусом. Его можно просто и в салат добавлять. Он кисленький, конечно, с кислинкой. Так. А, это нужно печь. Я не помню, у меня должны быть формочки. Печь, не печь, очень легко. Туда добавляешь масло, что-то еще. В воду немножко масла. И что-то. И печешь. Пульс. И еще вот здесь печеньки какие-то кокосовые и шоколадные. Потом вафельки клубничные. А, кукуруза. Хочу крабовый салат сделать. Ну, и это пошли тоже по бизнесу всякие у меня. Коробочки красивые, потому что мне нужно всегда красиво все упаковывать. Вот. Ага. Это кулечки на бутерброды. Иногда вот луковица большая, половину беру, половину в такой кулечек. Там тоже такие вот красивые коробочки на Новый год. Такие вот стильные. Красиво. Вот это для тоже по бизнесу. И вот, вот такие вот, я не знаю, сколько их там штук у меня. Ну, я хочу добавить к моей елочке. Добавлю еще на елочку. Немножко еще такой красоты. Ну, все. Все вам показала, рассказала. И мне очень легко все по доллару. Вообще не надо думать, сколько что стоило. $1. Одна штука, $1. Все, мои хорошие. С наступающими вас праздниками. И до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока. Не болейте.